Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» провели круглый стол в онлайн-формате с обучающимися Одинцовского техникума. Встреча была приурочена ко Дню студента, который отмечается 25 января. Партийцы обсудили с ребятами вопросы общественной жизни и дальнейшей карьеры. А в завершении беседы пожелали успехов в учебном году и только отличных результатов на зачетах и экзаменах.